Рекордное количество заявок, 175, поступило на 21-й конкурс юных вокалистов Ольги Сосновской в Москве. Это не только вокалисты из 33 регионов нашей страны, но и Беларуси, Литвы и Казахстана. А потому конкурсные прослушивания в этот раз будут длиться не 3, а 4 дня, с 1 по 4 ноября. Возраст участников от 9 лет до 21 года. Самая большая конкуренция ожидается в старшей группе, где за приз Сосновской будут состязаться 54 вокалиста. Напомним, в 2019 году проект получил поддержку фонда президентских грантов и Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура». В числе участников вокального состязания – ученики звезд оперной сцены Любови Казарновской, Анатолия Лошака, Галины Чернобы и Романа Муравицкого. Участие воспитанников именитых мастеров говорит о доверии к конкурсу. Из коим поступило 4 заявки. Все они от студентов Республиканского колледжа искусств, где преподает и Ольга Сосновская. К слову, в столице России конкурс пройдет впервые. Победителю супер-гран-при достанется максимальная за все годы денежная премия в 100 000 рублей и уникальная статуэтка из уральских самоцветов.